Давай, стой вога, Валерчик. Мы колесо. Мы сегодня где? Мы как это называется? Веловестиваль. Мы колесо. Два колеса. Погнали, стартуем сейчас. Сейчас будем снимать, да. Я на руль креплю, потому что мало слова, что я опоздалась. Да не гони. Давай, ты будешь ждать? Подожди, сейчас. Движняк, я надеюсь, видно, да? Видно. Колесим, ё-моё. Я как обычно. Наслаждаюсь поездочкой, ё-моё. Как дела? Нормально. Мас. Я думаю, надо снимать что-то сегодня, чтобы было целое видео. Так что базарим, бога, идем. Летим. Все снимают, не норм. Может, догоним немного, не? Ну, давай. Ща. Сейчас я нахожусь возле Ливаневцев, еду за билетами в Кировоград, начинается соревновательный сезон. Сейчас вечер у нас, без 27, на улице жара нереальная, сегодня еще была тренировка, а я на велике, как обычно. Ну и как это можно назвать? Билетами? Это чеки какие-то, от Таури, не знаю. Селько такие не дают. Ну да ладно, колесим обратно. Сейчас я вам покажу, как получить с помощью велосипеда легкий адреналин. Поедем по проспекту. Поехали. Решили съездить за абрикосами. Мы реально, мы немного не туда свернули, короче. Сейчас тупо объезжаем такую территорию нереально. Под заводами. Тут поезд. Ты в курсах, что поезд стал? А как мы сейчас его обходить будем? Тут, короче, вот поезд, такая хрень. Мы с Валерчиком вчера ночью тут проезжали. Я только что чуть не убился на велике, меня чуть не перекинуло. А не, он... Не, он... Подожди. Не, он едет. Сцените. Лох! Смотри, вон 14 тысяч килограмм. Вот так у нас грузят зерно, фуры. По-моему, у нас шахта. Валерчик говорил, что он тут работал, а не меня. Вот видите, Саня. Я говорю, ты что, бомжом работал? Вот или что? Стеклотар, короче, какой-то сдавал, видать. Реально, смотри, какая хрень здоровенная. Мы в Майнкрафте также строим. Майнкрафт. Да, я чувствую, влог будет не скучный. Сейчас наснимаем, сейчас на абрикосах, короче. Пацанам по 22 года едут за абрикосами. Хер знает куда. Знаешь, уже 9 часов. Тут дорога, смотрите, дорога, видимо. Нет, тебе-то понятно ехать, а мне как бы... Мне больше всего велик жалко, если честно. А то не хочу его разбить, только новенький уже раскрывать. Короче, смотри. Мы можем направо поехать. Там и дорога хорошая. Ладно, сейчас, наверное, на камеру немножко дорогу покажу. Мне кажется, это отличный путь. Да, а прикинь, как отсюда добираться. Ближайшая остановка, наверное, в километрах трех. Вот собака.
вот эти птицы, такое ощущение, вот реально, вот утро сразу напоминает утро. Наверное, да. Надо подняться. Нам аж туда, видишь, где у тебя штуки там стоят? Аж на ту сторону. Давай поднимаемся. Такое ощущение, будто я в селе оказался. Ну, это, можно сказать, окраины города. Даже тут есть дороги. В такой же пример мы находимся. Мы абрикосы пропустили, они чуть выше, вон дерево. Полетели. Я не вижу. Ты просто помедлять. Ну, это же самое, ой, мои. Боже, на сладкое. Блин, мы червь. По-моему, я тоже съел протеина. Вчера с Валерчиком тут лазили, тут, короче, уже все вот это дерево уже пустое, тупо все обожрали. Тут абрикосы, они реально желтые, короче, очень вкусные. Я буду меньше говорить, буду жрать больше. Тут вообще заводы вокруг, такая срака полная. И мы в кустах, тут никто нас не видит, жрем как раз. Сейчас покажу где-то примерно, как у нас все тут выглядит. Ну, типа таких, короче, нормас. Тупо не надо даже на рынке ничего покупать, тупо. Мне надо ведро набрать. Пошел вообще пакет с собой взял. Не, мы Валерчику вчера килограмма 3 набрали. Можно на рынке продать бизнес устраивать. Сегодня 23 число. 24-го уже на соревнования. Чем еще можно заниматься, как не рвать абрикосы? Сейчас покажу вам абрикосовых мародеров. Эти, блядь. Что, нормально? Пацаны. Пакетов набрались только. Так мы еще не оборвали, смотри, сколько упало и сколько еще на дереве. Ну то с этой стороны уже мало, а так. Короче, тупо пришли все дерево обжирать. До конца. Пацаны там столько нарвали, сейчас покажу. Что тебе подать еще? Подать еще? НАНИ? ОМАЕ ВА МОУ СИНДЕ ИРУ. Хочу заснять, сколько вы тут набрали. Ты не охуенно, я возьму. Нормально, спасибо. А вон Валерчик сколько. Пойду я за добавкой. Блядь, а где ты там уронил, говоришь? Зри. Тупо лайфхак, как заработать бесплатно абрикос. Еще можно заработать на них, кстати. Бизнес. Кому интересно сотрудничество, пиши мне в ЛС, короче. Бум. Строить бизнес свой. По продажам. На летний сезон. Накатались, наелись, теперь можно отдыхать и ехать на соревнования. Это, конечно, очень глупо кататься на велике перед соревнованиями. Мы, в принципе, катались немного. Так что, я думаю, может быть, пойдет это на пользу. Сейчас уже буду собирать свои манаточки, потому что завтра уезжать. В 7:30 надо быть уже на вокзале. Так что следующее видео уже смотрите с Крапивницкого, с Кировограда. А на этом все. Так что подписываемся на канал. Ставим лайкосики, если вам понравилось данное видео. Если не понравилось, дизлайки. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока.